Как выглядит на Таро, когда у человека при жизни забирают душу? На классическом Таро очень наглядно. Шестерка пентаклей перевернута, плюс 12-й повешенный, плюс 20-й суд. Это первый ряд. 15-й прямой. Десятка мечей перевернута. Плюс рыцарь мечей перевернут. Тут все наглядно нарисовано и очень. Но если вас сверх обидели, то можно попросить защиты сделать это на некро-таро 13. И сказать: мой враг ведет себя как этот человек. И достаточно, карты уберите с черного алтаря. Все силы включатся в следствие. Вы ему уже устроили сверхпроблемы. Ответственности за жалобы вы не несете. Сейчас посмотрим, вернемся к классическому, покажу. При раскладах на Таро карты держим как хотим, при ритуалах все должны лежать в коробке. Оставшиеся карты, то, что вы отобрали, ложим при ритуалах в коробке. Ну, смотрите, взвешиваю душу. Это шестерка пентаклей перевернута. Это ритуал, это не просто уже расклад, как я показывала, как это бывает. Это ритуал. Это взвешивание, и он же продал за 6 серебряников свою же душу. А продал он суммой своих поступков. И внизу его забирают и повешены. Видите, у него в голову прямо такое ощущение, что с десятки мечей ему в голову вонзаются мечи повешенные, он уже пригвоздил. А рыцарь мечей это исполняет. У него меч в руках по решению суда окончательного. Вот тут все очень четко. Уже вы разложили, вы уже заставили задуматься силы. И на этот став очень реагируют. Ну а сейчас берем некро-таро обратно, переходим. Это уже призыв к боевой магии. Это реально боевая магия, вот такая убойная. Через 15-й аркан напрямую его суд. Вы его призываете, обратите внимание на того человека, и призываете таким образом, что он вам никогда не откажет. И вашим врагом уже займутся. Могу сказать, что вот на этот ритуал откликаются вообще все силы, по-моему. Они таких людей ищут и взвешивают их поступки. А за обращение вы никакой ответственности не несете, потому что вы помощи просите, не знаете, почему вас этот человек так достает. Вот такой ритуал. Очень-очень сильный от врагов. Вы на него спускаете вообще все. Все, что есть, вы спустили.